Всех приветствуем, любовь Иисуса. Давайте мы прославим Господа, воспоем Ему, как написано, в сердцах наших Господу. Хвалу и славу. Да будут небеса открыты над этим местом. Но для этого надо, чтобы были открыты наши сердца. От Матфея, от Матфея 6, 9 до 13, там есть «Отче наш» молитва. И это мы и будем прославлять. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки. Ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое. Из книги числа 6:24 до 26 есть благословение Аарона. Ааронин сиунауксен löytyy 640. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо на тебя
и даст тебе мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. И сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. И сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Сохранит тебя. Сохранит тебя. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всею душой твоей и всем разумением твоим, потому что другого Бога нет. Аминь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею. Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим. Другого Бога нет. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею. Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим. Другого Бога нет. Возлюби ближнего твоего как самого себя. 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 Другого Бога нет. Бог мне показал эти
чтобы размышлять о моем сердце, о отношении сердца к Богу. Я очень спокойно могу делиться про это, потому что я вышел это состояние. Я был и тем сыном, который спрашивает у отца долю. И у евреев это значит по-прямому: отец, я так хочу, чтобы ты уже умер, и я могу, то есть, достать свою часть. То есть был момент, когда меня Бог очень сильно благословлял. Ну и потом я пошел и просто это... как я хочу. Иногда у нас так получается. И тогда есть старший сын, который никогда не бросил, не кинул отца. Он как будто доверенный слуга Богу. Но он забыл, что он сын отца. И он как будто уже... как будто, отец, ты мне не даешь. Да? Отец говорит, в чем проблема? То, что мое, то твое. То есть иногда мы служим, и мы думаем, почему Бог нас так не благословляет? А тогда там приходит самый простой, самый, может, последний, и он ничего такого вот не сделал, как мы. А Бог его обильно просто благословляет. Но через это мы можем видеть, что у нас в сердце. И все-таки Бог смотрит не по твоей работе, а по сердцу твоему. То есть тоже фаризеи, да? То же самое ситуация, как старший сын приходит: я же даю, я делаю, я все делаю. Ну где же ты, Бог? Да? А посмотри на этого. Муйтаря, да? То есть он там и украл, и там, наверное, еще что-то, да? Но этот муйтарь, все, что он может сделать, только Бог, согрешил я, согрешил. И опять Бог просто, вот как этот сын, который все истратил, Бог просто изливает свою любовь, просто. И то же самое в Евангелии, два эти да, криминалы. Один тоже, который знает Божье Слово, знает, он говорит, если Бог, ты можешь. Это как религия, понимаете? Если ты Бог, то же самое сатана делал. Если ты Бог, можешь. И второй, который уже, неужели ты не видишь, мы согрешили? Мы заслужили это. Иисус, напомни про меня, когда вот ты в свое царство придешь. Иисус говорит, сегодня же ты будешь со мной в раю. Как это важно, когда у нас это сердце должно быть, когда мы придем в Царствие Божие, закончим эту жизнь, когда у нас отношение сердца к Богу, то есть мы идем домой. И мы думаем, да, много я не сделал. Я мог, Бог мне просил, я то не сделал, я мог, мне надо было. И ты идешь, и ты знаешь, какой ты и какой Бог. И ты прославляешь Бога. Иисус говорит, войди в мое царство. Ты заслужил это. Потому что Иисус не упрекает, он же видит твое сердце, что ты думаешь про Нем. Да? А другой идет домой, о, я так сделал, я так классно там повернул, я там классно там сказал, я так классно исцелил, освободил. Иисус говорит, уйти, я тебя не знаю, почему ты это делал? Почему ты? Я. Вот такое сердце простое, которое нужно Богу.
Но это возможно только в отношениях с Богом. В личных отношениях с Богом. Не потому, что тебе мама сказала, не потому, что пастор сказал, но потому, что Бог тебя лично учит. Сперва Слово Божьего и через Духа Своего. И нам это надо жаждать. Отношения с Богом. И ничего больше. И все остальное дастся через эти отношения. Это моя короткая такая, simple heart. Аминь.